Ну, такие детские пафосные видео, ёб твою мать, ребята, когда вы вырастете? Я знаю своих союзников, то есть они, мы делаем одно дело, то есть мы снимаем видосы по танкам. Передаю по рации вам свой абстракт. Синкин, синкин, дарин, дарин. Так, о чем это я? Привет всем, с вами Саша Джигернал, сегодня у нас 4 апреля. Решил я вам опять запилить ЛПшку. Почему я их вообще делаю редко? Потому что, как я и говорил, дойду до 100 и все, надо что-нибудь новое по танкам делать. Вот, и поэтому я так, можно сказать, продлеваю удовольствие. Сегодня я хотел бы обсудить тему такую, как танкосрачи. Видели, наверное, там Банюк, Жека Микс, что-то там друг другу что-то там пытаются доказать. Вот, я как бы тоже все истории я как бы не знал, но все равно как бы это следил немножечко за событиями, что там у них случилось вообще. Хотелось бы как немножечко рассказать свою версию, свою историю, то есть что было со мной. Как вы знаете, начинал я со многими игроками, которых нет сейчас. Или они сейчас есть, но вообще, можно сказать, как-то со мной не поддерживают никаких связей. Допустим, это Вурдалак 228, вот кто его помнит по самым первым тутерам. Кругом тонирован был еще Кири 77 Кири, кто помнит, кто вообще с самой древности в моей группе, тот его полюбас узнает. Фрог 199. Мы с ними, по сути, хорошо общались, и я знаком с ними довольно-таки длительное время. Но настал такой момент, когда они меня то ли начали бесить. Ну, короче, маленькие дети, вот реально люди, которые младше тебя, они иногда себе позволяют сказать чего-то лишнего. То есть, там, я не знаю, в скайпе или в чате даже. Вот, и буду думать, что это им как бы, ну, сойдет с рук, то есть простительно. У меня тоже иногда так было, что там мешали в битве, бывает. Вот, ну, заходит вроде, как бы вроде и шутка, а пишешь им, типа, ну, бля, не мешай, там, выйди или еще что-то. Вот, они как бы это, как будто тебя не знают ничего. Вот, в общем-то, забивают на тебя хер и думают, что они нормально, они правы. Когда ты на них забиваешь хер уже после ихнего такого, можно сказать, гнусного поведения, непозволительного по отношению к себе, там, лишнего что-то могли тебе сказать или нахамить тебе могли. А хотя раньше они этого не делали. То есть раньше за ним я вроде как самый старший был вот из всей нашей тусы. Вот, ну, Юсуп еще со мной, это одногодка. И почему-то вот Юсуп, как он, ну, вроде мы с ним ровесники, он почему-то мне никогда не дерзил, ничего у нас такого не было. Хотя он и дагестанец, и кавказец, как бы там это не было, не звучало, но все дагестанцы, они по сути нормальные. Есть только конченое быдло, которое вот, про которых вот мы же есть же говорим. Так вот, и с Юсуфом я общаюсь нормально, но, опять же, повторяюсь, маленькие дети, неважно какой национальности, они всегда хотят как-то к себе привлечь какое-то внимание. Вот, и начали на меня писать всякие там какашки в группе. Ну, так как они были мои давние знакомые, они про меня знают намного больше, чем кто-то вот из моих подписчиков. Им это идет в плюс, и они как-то пытаются за счет этого вывести, то есть пропиарить свой зад, я не знаю, как-то восхвалить себя, клеветать меня. Ну, конечно же, многие они факты такие говорили, но при всем при этом они все загнулись. Кругом тонирован, забанен аккаунт, к чему я отношения никакое не имею, честно. То есть он меня даже просил, типа, Саня, помоги мне разбанить. Вот штука-то какая была. И фрог, и тонировка, и вурдалак, всякую херню на меня пиздели. Там рассказывали своим знакомым в чате, типа, да это Джага, ну, плох. Прошло время. Один мне написал, второй мне написал, Саня, давай общаться как раньше. В свое время я им посвящал только пост в группе. То есть вот они на меня в группе что-то написали, я им что-то в группе написал, типа, да, там, щенки, малолетки, школьники. И все. То есть я им не посвящал даже какое-то видео или там. Я их даже не упоминал, можете сказать, в своих видосах. Вот. Жека Микс, он повелся на провокации, то есть. Правда, правда, вся правда. Помните, я когда-то говорил с этим, с Эрнестом, когда мы стримили, что хочешь пафос, хочешь пиара, напиши в видео «Вся правда». Вот, в общем-то, Жека, он на нее как бы это, клюнул на это все.
И то, что вот в Рутанке был опрос, короче, самого лучшего летсплейщика. Сначала был между Жека и Афлопоидом. А потом добавили танк Т-130, да. Потом добавили Вадима из Воронежа, а потом только меня. В общем, я там был на третьем, что ли, а не, на четвертом месте. Там я от злого кролика отставал там на голосов 100 примерно. Вот, ну и, в общем-то, вот так вот стягают летсплейщиков. Мало кто это все репостнул только Афлопоид. С текстом вот с таким, со странным. Я не прошу голосовать за меня. Отдайте голос за своего любимого летсплейщика. Как бы это странно ни звучало, но ты репостаешь в группу и просишь отдать за любимого летсплейщика. Ну, ладненько, это мы обсуждать не будем. Это как бы там даже писали, типа, мы намек поняли, типа, за кого голосовать. Проглотил наживку только Афлопоид, никто другой вообще не стал это ничего репостить. Вот, потому что это, опять же, такой легенький пиарчик от Рутанка. Рутанк хотел себе взять. Но я их не осуждаю, чё, я с ними сотрудничаю. Ну и вот, в общем-то, и также, я не знаю, как там, Миша Банюк, что-то там, вся правда, то все. Ну, никому она не нужна была абсолютно. Жеку как смотрели, так, по сути, смотреть и будут. То есть, то, что вот у Безымянца с Вадимом из Воронежа было, ну, мне это тоже как-то смешно, ну, такие детские пафосные видео, ёпта мать, ребята, когда вы вырастете? Я просто тоже, да, я был таким, я тоже залупался там по поводу, без повода, вся правда, ой, за правду там, чуть ли задницу не рвал, а потом понял, что от правды можно пострадать, и она никому нахер не нужна. Вот, и я сейчас просто как бы делаю свое дело, пишу видосы, снимаю там летсплей, вот, покатушки вам хочу снять. Вот, и как бы за остальными я не хожу, не подтираю. То есть, если я летсплейщик, я по сути, ну как, я знаю своих, как сказать, не конкурентов, это неправильно, можете назвать. Я знаю своих союзников, то есть они, мы делаем одно дело, то есть мы снимаем видосы по танкам. Вот, ни с кем я не соревнуюсь, просто сейчас вот один летсплейщик, менее известный, хочет пропиариться за счет более известного, то есть, можете сказать, чуть ли не топового летсплейщика, то есть, у которого прям чуть ли он не на втором месте, да? Вот, ну, как-то это, за этой ситуацией мне наблюдать забавно. Я Жеке, короче, написал в ЛС ВКонтакте, типа... Не ведись на эту провокацию, то есть я почитал там комменты, реально столько грязи, столько фактов вылилось. С одной стороны это некрасиво, а с другой стороны, блин, я не знаю, что бы я на этом, на его месте сделал. Я бы, наверное, написал в группе, типа, там, ты подзалупный творожок и все, вот, если бы на меня такой бы видос был. Вот, а так я бы вообще не давал бы никакого повода для пиара, никакой бы огласки, ничего бы не делал. Вот, сейчас я там посмотрел в группе Танки Онлайн YouTube, там Берик что-то в защиту Жеки делал. Ну, правильно, считай, а Берик за счет Жеки только ты и пропиарился. Вот, и они как бы, ну, друзья. Странно бы, почему бы ему не заступиться. Вот, Банюк там уже что-то откомментил. Я особо так, все комменты я не читаю, потому что там, ну реально, очень много грязи, ребята. Вот. Как бы ладно, на школьников-то хуй забить, а Жеке-то 18 лет. Зачем он такую говняшку-то писать, тем более на девочку? Вот. Правда они с этой, пусть подотрутся, если, я не знаю, если тебя клеветали или еще что-то. Ну, забей просто хер, ты же взрослый, ёптая мать, тебе 18 лет. Вот, это, в общем-то, я ему все и писал. Вот, он типа написал, Саня, ты прав, ответил мне. Вот, ну а дальше пусть там сами разбираются. Вот. Как бы там был один очень довольно-таки умный комментатор, который написал: любой скандал - это пиар. То есть любая сторона, которую обсирают, или которая сама обсирает. То есть они от этого получают какой-то хайп. Вот. Правда или нет, они все равно как бы от этого накручивают себе просмотров, публику. Вот. И я говорил даже вот Безымянцу: хочешь подписчиков, хочешь, чтобы у всех бомбануло, сделай какой-нибудь дис на летсплейщика, то есть там факты, не факты, пофиг, обосри его там, скажи, он кидок ради денег снимает, все снимают ради денег, если чё. Вот, для справочки.
Но, в общем-то, сказал я вам пару комментариев насчет этого, насчет всей этой ситуации, насчет танка срачей, какие они бывают, какие они были. Вот, в любом случае, ребята, это все забудется через год, через полгода, или там завтра они, может, помириться. В общем, флаг им в руки. Ребята, главное, знаете, будьте адекватными, не ведитесь на такие провокации. Вот, а с вами был Саша Джиггернаут, увидимся. Бы смог салам передал, восток передал итог. Это вызов, шок, это то, что отправляет в пот. Кулак в потолок подал.